Олимпийская чемпионка по плаванию, японка Рея Канета и двукратный чемпион игр по триатлону, британец Алистер Браунли, употребляли запрещенные препараты. Такой вывод можно сделать из информации, опубликованной сегодня группой хакеров под названием Fancy Beers. Браунли завоевывал золотые медали на двух последних олимпиадах. Он получил разрешение на использование сразу трех препаратов. Канета завоевала золото в этом году на дистанции в 200 метров брасом. Выяснилось, что она получила разрешение на использование вещества, которые помогают справляться с астмой. Всего в хакерском списке теперь фигурируют 20 спортсменов. Они получили от Всемирного антидопингового агентства разрешение на использование медикаментов, которые запрещены для всех остальных. В этом списке, напомню, оказались такие именитые спортсмены, как теннисистки из США Винус и Серена Уильямс, чемпионка Рио, гимнастка Симона Байлз, теннисист из Испании Рафаэль Надаль и многие другие.